Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, World War Z, новое испытание, отправляемся в Японию, испытание достаточно тяжелое и пока не ясно, чем это закончится. Поехали, большая сложность. Само по себе задание достаточно тяжелое, потому что часто придется сдерживать толпу зомби на большом расстоянии. А вот в качестве нашего основного оружия нам дают только те же самые дробовики. И, разумеется, об убойности на большой дистанции говорить не приходится. И также есть еще дополнительная сложность, состоит в том, что чем дальше от тебя зомбарь, тем дэмэдж твой становится ниже. То есть мало того, что дробовик далеко не стреляет, да, то еще и срезает дэмэдж тот же самый. И вот также большинство игроков по большей части не сталкиваются в своей повседневной жизни с дробовиками, то есть они у них банально не прокачаны, и это оружие достаточно плохое. Чем хорошо, что у меня есть премиум доступ, который изначально был мной куплен, и, собственно, я поставил скин и также усилил свое оружие. Здорово, тяжелое оружие, но больше ничего хорошего, да, то есть по большей части... То, что нам попадается, это дробовики, и максимум, на что мы можем рассчитывать, это только дробовики более высокого уровня. Так, ну что, ребят, максимально нужно действовать осторожно, потому что попадаются те же самые мины, и, как я обычно озвучиваю, что они ставятся против тех же самых зомби, но попадаюсь именно я. Ну что, здорово, не поваляешь, не поешь. Ага, такое у нас уже есть. Ага. Действовать нужно максимально осторожно, потому что здесь часто попадаются мины. И, разумеется, если напуришься, то получишь просто куча дэмэджа. Опять же, из-за того, что большой уровень сложности. Ну что, поехали. Ага, здорово. Во, безопасное место. Можно забаррикадироваться, но... Разумеется, нас никто не спрашивает, и нужно двигаться дальше. Так, а пока бегаем с ботами, разумеется, с ботами бегать крайне тяжело, потому что, опять же, они не юзают способности, они не юзают снаряжение, ничего они не делают. Но хорошо, что они по вам попросту попасть не могут. Ага, там они и сзади, и спереди, отовсюду. Давайте лучше остаемся, потому что надо сдюжить от толпы зомби, потому что будет крайне тяжело, если побежим до того же моста и слева, и справа отовсюду целые толпы зомби тех же самых. Обалдеть. Давай, парни, отступаем. Во. Я тешу себя надеждой, что как можно быстрее зайдут ребята и помогут в прохождении. И мне, разумеется, и себе. Да что ж такое-то? Во, неужели? Значит, давайте пробежимся. Тяжелое оружие. Что, разумеется, очень хорошо. Ну что, ребята, мы почти на месте. Сейчас предстоит первая оборона. Вот. И пока, разумеется, с ботами будет крайне тяжело. Ага, очень опасно, потому что стоят те же самые мины. Во, парни, давай, раздавай. Давай, валя. Обалдеть. Давай. Во, хорош. Валя. Пиздец. Валя. Очень опасно, потому что, опять же, буквально пару зомби и... Жесть, там и серьезный парень. Обалдеть. Весело. Валя. Парни, бежу. Давай. Поражение, разумеется. Ну что, ребят, я почти на месте. Опять же, бегаю с теми же ботами. Очень осторожно. Бляха, сраные мины. Давай. Валя. О, подожди, тяжелое оружие. Ага. Парни, валя. Будем надеяться, что боты стреляют получше, в том плане, что, опять же, дэмэдж на расстоянии становится меньше. Обалдеть. Ну, опять же, это только начало, да? Не более того. Продолжаем раздавать. Парни, давай. Стреляем. Ага, значит... О, здорово.
часто попадаются те же самые минометы, разумеется, ничего там хорошего нету. Вот, и парень, похоже, подрезал оружие второй уровень. Так или иначе, давайте, ребята, продолжаем обмазываться, да, нашими защитными сооружениями. А, да лишний раз лучше не бегать, опять же, потому что можно нарваться на те же мины. Я очень часто на них попадаюсь, поэтому... А, держи, моя хорошая. Братан, ну чё, поехали. 30 уровень, здорово. Не знаю даже, по идее, все, что можно было, уже собрали, и уже можно начинать, пожалуй. Братан, давай, поехали. Вот там они уже бежают. Давай, продолжаем раздавать. Пау, здорово. Братан, осторожно. Держи. Ну что, ребята, начинаем, да? Точнее, продолжаем. Во, вон они там уже бежают. Давай. Пау. Разумеется, здесь стоять очень опасно, потому что буквально пару зомби, если добегает, то сразу ты падаешь, и ничего хорошего в этом нету. Давайте забираемся повыше и продолжаем стрелять. О, неплохо у них там горит и пригорает. Ага, уже добегают до наших. Давайте вот так, с тяжелого оружия. Чу-чу-чу-чу-чу. Во, хорош. И продолжаем. Братан, поднимайся. Френди-фай! Давай. Продолжаем раздавать. Обалдеть. Давай, парни. Давай. Во, хорош. Жесть. Братан, держи. Держи, мой хороший. Во, давай. Здорово, продолжаем. Обалдеть. Давай. Уже почти, да? Пошли нахер, товари. Во, неужели? Фу, обалдеть. Жесть. Ну, так иначе, с горем пополам вроде сдюжили. Так, ну что, поехали. Разумеется, хотелось бы то же самое здоровье, но пока... Ах, ладно. Во, здорово, показывай. О, тяжелое оружие. Хорош. Ага, ничего хорошего, похоже. Ну чё, парни, давай. Здоровье не попадается. Во, братан, держи. Пау. Ага, ничего хорошего. Давайте так же сделаем. Во. Братан, держи. Во, и двигаемся дальше. Фу, ненавижу это задание. Сейчас нужно будет поставить разрывные снаряды. Достаточно много, и, разумеется, будут появляться постоянно те же самые зомби. Ну чё, братан, поехали. Ага. Вижу. Во, они же и слева, и справа. Отовсюду. Парни, давай. Ага. Получай по щам. Так, значит, давайте оружие то же самое. Ага, показывай, что хорошего. Во, пожалуйста, оружие второй уровень. Во, пошел нахер. Братан, бежи. Давай. О, хорош. И продолжаем, да? Фу, значит, поехали. А, уже поставил. Ага, парни, давай, все хорошо. Я с вами. А, подожди. Налево, направо, пока в душе не ведаю. А, снизу, вон он что, Михалыч. Блях, они там... Да жесть, серьезный парень. Серьезный парень, пошел нахер, да? Опять же, видишь, чем опасно, что буквально пару зомби, и ты уже валяешься.
Разумеется, это крайне тяжело. Да что ж такое-то, блядь? Подожди, там и снизу, и сверху. Пошел нахер. Обалдеть. О-хо-хо-хо. Держи, держи, мой хороший. Фу. Так, наши живы вроде. Это уже не может не радовать. Да пошел ты нахер, серьезный парень. Во, во, во. Давай, давай, давай. Давай, давай, продолжай, брат. Жесть. Валя, валя. А! Фу. Обалдеть, парень, давай, живи, живи. Разумеется, ему крайне тяжело, потому что безумная толпа зомби тех и самых. Поражение, похоже. Обалдеть. Давай. Будь. Я вот уже в какой раз пытаюсь найти открытый матч и часто попросту не находят. То есть ребята уже решили, да похер уже на это испытание. И вот бывает, залетаешь и даже уже в момент загрузки слышишь, что там ничего хорошего нету. То есть там все умирают, и стоит тебе загрузиться, и там уже сразу поражение. Ну, не знаю, давайте подождем какое-то время. Вот. Испытания крайне тяжелые, и я особо не рассчитываю вообще ни на что. Запрыгнул еще в один матч, ну и видишь, они даже до моста не дошли, да, то есть не то, что о заводе говорить. И также есть чувак 13 уровень. Братан, серьезно, а че не первый? А че не первый, да? Такое сложное испытание, 13 уровень. Не, короче, нахер. Следующее сражение, и здесь у них непосредственно мост. Ладно, давайте так и быть, по новой. Оборона та же самая. Ага. Во. И начинаем, значит, тяжелого оружия, разумеется, нету. И только половина здоровья. О-хо-хо-хо. Давай вот так сделаем. Ага, братан, давай. Обалдеть. По-по-по-по. Давай, давай, парни, дюже, 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 дюже. Ну, то есть, все матчи, в которые я забегал, они намного хуже того, что у нас было уже записано. Во, во, давай, 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 продолжаем. Подожди, подожди, моя хорошая. Давай, брат, да что ж такое-то? Братан, давай, во. Живи, 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 и продолжаем раздавать. Во, обалдеть. Видишь, еще чем опасно, потому что места мало и особо не побегаешь, да, то есть если толпа зомби набегает, то особо никуда убежать попросту нельзя. Парни, давай, 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 давай. Не, ну это сраное оружие, серьезно, без шуток. Да неужели, неужели? Фу, значит, давайте патроны те же самые и двигаемся дальше. Давай, 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 мой хороший. Ага, ни здоровья, ни тяжелого оружия тебя, пожалуйста. Ну что, поехали. Во. Давай, здоровье, здорово. О. Так, подожди, подожди, моя хорошая. Давай вот так сделаем. Во. Братан, подожди. Давайте, разумеется, нашим заливать здоровье. Братан, подожди. Давай, давай, давай. Держи. А, уже, уже. Ага. Давай, 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 давай. Подожди, мой хороший. Подожди, братан, здоровье. Не могу. Подожди. Да похер, короче. А, ну что, ребята, начинаем. Ну это серьезно сложное место, опять же из-за того, что зомби и слева, и справа. Бляха, серьезный парень. Вот, и также попросту мало места. Да неужели? Во, давай, давай, парни, раздаем. Здорово. Ага. Ага. Ага.
Так, давай, даже не знаю, не, давайте здоровье оставим для наших. То есть получается, когда мы поставим заряды, уже нас ждет финальное сражение. Но опять же, там есть тяжелое оружие, там есть, скажем так, место, чтобы побегать, так скажем. Да. Я все поймать не могу. О, Валя, 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 Валя. Братан. Ой, не могу. Так, подожди, подожди, мой хороший. Во, давай, давай, давай. Живи, 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 живи. Не могу. Ага. Ага, братан. Давай, давай, давай. Вижу, 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 вижу. Давай, мой хороший, поднимайся. Обалдеть, целая толпа этих тварей. Пошли нахер. Релодит, релодит. Во, серьезный парень. Обалдеть. Валя, 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 Валя. Фу, серьезный парень. Валя, Валя, Валя. О, неужели? Братан, спасибо. Да жесть. Обалдеть, давай здоровье то же самое. Ага. Серьезный парень. Давай. Во. Братан, здорово. Неужели не повалишь, не поешь? И, значит, продолжаем, продолжаем. Фу, обалдеть. Ну, опять же, у наших очень мало здоровья, да? Наших части попросту размотали, поэтому... Во, четвертый. Ага. Ага, братан, давай. У нашего здоровья вообще. Обалдеть. Давай, давай, вижу, 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 вижу. Пошел ты нахер, твари. Обалдеть, блять, и слева, и справа, отовсюду. Да что ж такое-то? А, сука, зажали. Во, братан, давай. Ненавижу это место, серьезно. Шаг влево, шаг вправо, тебя попросту зажимают, да, и... А, ладно, поехали. Давайте патроны те же самые и продолжаем раздавать. Да сраное оружие, серьезно, камон. Пошли нахер. Не, у него хотя бы дымыш какой-то был, да? Да что ж такое-то? Наши почти поставили заряды, то есть буквально еще один заряд, и тогда уже можно будет двигаться дальше. Но, похоже, без мазы. Очень мало здоровья. Обалдеть. Жесть. О, братан, живи, 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 живи. Во, давай, давай, давай. Один здоровье. Давай, 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 мой хороший. Ага, давай. О, серьезный парень. Нихера он его отщелкнул. Давай, 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 давай. Ай, сука. Неужели? Жесть, жесть. Увидели, да? Обалдеть. Валя, 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 Валя. Просто валим. Да пошел ты нахер, ублюдок. Да неужели? Ну че, ребята, поздравляю. Мы это сделали. Финальное сражение. Обалдеть. Ага, ага. Разумеется, ни здоровья, ни тяжелого оружия. Обалдеть. Ну что, поехали. О. Не стреляйте, парни. Свои, свои, да? Фу. Так, что у нас там по оружию? Давай. О. Ага. Уже наши растащили, да? Так, подожди. Ага, ага. Так, подожди. Дай мне что-нибудь. А, во. Ага, здорово. И давайте продолжать обмазываться, да? Значит, давайте улучшенные патроны. Братан, подожди, мой хороший. Во. Это кто там лазит? Кто лазит?
А, вижу. Братан. Здорово. Во, подожди. Во. Ну что, ребят, остается меньше минуты. Опять же, фух, будет крайне тяжело. Ага, и тяжелое оружие тебя, пожалуйста, да? Хера его впечатала. Во. Давайте забираемся повыше, пока не ясно. Слева, справа, отовсюду, похоже, да? Ну чё, готовимся, ребят? Ага, ничего хорошего, похоже, больше не остается. И остается только ждать, да? Очень хотелось бы пройти, но пока, разумеется, загадывать не стоит. У наших не так уж и много здоровья, у нас тоже, поэтому... Так или иначе, налево, направо. Здорово, парни. Здорово. Здорово. Вы чего? Вы чего там? Ага. Ну че, ребят, поехали. Во. О, там целая толпа. О, товари. Пусть бежут зомбарюхи, да? Неуклюже по лужам. А Лёха продолжает раздавать. И не ясно прохожим, в этот день не похоже, не погожий, почему я веселый такой. О, жесть. Обалдеть. Ну что, ребят, это похоже поражение, потому что... О, братан. Давай, живи, 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 живи. Сзади, сзади, сзади. Во, давай, давай, давай. Обалдеть. Братан, живи. Разумеется, когда кто-то стреляет с пулемета, надо стоять и помогать, да? А не хер пойми где бегать. Не, это поражение, он попросту ничего не сделает. Давайте, мои хорошие, на этом месте запаузим. Опять же, крайне тяжело, но уже добрались до финального сражения и прогресс налицо, да? То есть осталось потратить буквально 2-3 часа и, возможно, на большом уровне сложности можно пройти. Опять же, на обычном уровне сложности прошел с первого раза, но обычный и тяжелый уровень, разумеется, сравнивать не стоит. Так или иначе, если видос понравился, ставьте большие пальцы вверх. Также можно подписаться на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.